России, Дагестан. Ашалибого Махачкала. Ручами хурматиал радио Хлюкайне Кулил, Жакула Рузманко, от еще обилиб декабер, ринг амит и алхарбазух. Улкаяшил бит эр Владимир Путинца, рахараб эфирлда тлуна гадамазу суала за данди жавабал. Хесу кебач анак игу миллионалда сагид цикун суал. Хельруго хасабраголаб операциялда, жакахайлда, социалиаб кумекалда, вацугидалда, тасан. Рак алдешезабиля, рахараб эфир шил форматалда, гадамазу суала за данди жавабал тлолеб тадбир, тотсебе улкаяшил бит эрест убит ана, ки эзралда цу обилиб сонашил, холун кабилиб декабрил. Исана эфир тубит ана, пресс-конференция шил аидалда. Владимир Путиница эфирлда гаруна шаали лхасилялги. Хэсбитсана рассиялда харжал митлгу процентал цикине ругин абун. Ваши васуру коби бачуне бхаир цикине бугу шубгу процентал. Уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики. Когда я говорил про повышение реальных доходов, надо упомянуть, конечно, что с 1 января у нас будет МРОТ повышен сразу на 18%. Мы не часто это делали. Значит, государственный внешний долг сокращается. Тоже говорит о макроэкономической стабильности, финансовой стабильности. Госдолг сократился с 46 до 32 миллиардов долларов. И частный внешний долг также сократился. Наши компании исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях. С 337 миллиардов долларов до 297. То есть погашение идет ритмично, часто даже с опережением графика. Ну и такой интегрированный социальный показатель. У нас по социальным вопросам наверняка будет много сегодня тем. Но все-таки есть такой интегрированный показатель. Рост продолжительности жизни. То, о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Вот смотрите, динамика какая. 21 год. Продолжительность жизни в России 70,06. 22 год 72,73%. А вот в 2023 ожидается 74 года. Все-таки это показатель того, как в целом в важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики. Палестина добугиб ахвал халал дат асанг ахаги хабуна путиница. Первое. Нужно сохранить людей в Газе. Второе. Нужно оказывать массированную гуманитарную поддержку людям. И вот мы, когда в Эмиратах были, я был в Эмиратах, выяснилось, что эмиратская сторона создала там в Газе, недалеко от, на территории Газа, но недалеко от Рафаха, от пункта пропуска и от египетской границы, открыла там госпиталь полевой. И мы поговорили на тему о том, что было бы возможным, чтобы и Россия там же открыла госпиталь свой на стадионе. Но для этого, конечно, нужно согласие и Египта, и Израиля. Я переговорил с президентом Египта, он за, поддерживает. Переговорил с премьер-министром Нетаньяху, проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газа небезопасно. Но это не значит, что мы прекратим эти усилия. Если на сегодняшний день это небезопасно, и израильская сторона не поддерживает, тем не менее у нас и с израильтянами есть договоренность о том, что, и они нас попросили об этом, чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. И мы это сделаем, безусловно. Так что мы со всеми сторонами этого происходящего события в контакте и будем активно работать. Спорта любить много Владимир Путинец один абуна. Россия шел спорта до сферу халк из дохорлоси людзабазги, хаким забазги, халт из булюбуго, халихата политика. Никлер спортсмена лричали другу Олимпия шел хаезди, ама Россия шел байрак халда гор цирака не толил хечо. Хеб хедин хабиес шип лезебугеб. Байрак кудоб хеч униги, ким ахеч униги,
Кина сдугушали шлюцеви вакхонев пуланов спортсмен Расил Дасавук ин. Ханев хиколебуго шайля Израиля шлю спортсмена зе хеч ил хединалт алабал, дитца хадин абиля, спорт кола ракалил чапар, политика тли спортал дажани бак хеч о. Амана хайнал запада шлю пачаликаз халви хиколебуго спортал дасанги нитледет адицуй хабизе. Ама хес хисабал дебосулеб хеч о хейл дешлун чахиял спортивил тадбиризу хадру хиколебуг иньян. Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, это полное противоречие и извращение идеи Пьера де Кубертена о «спорт – ты мир». Спорт для того и создавалось олимпийское движение, чтобы объединял людей, а не разъединял их. А современные международные чиновники, они слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений. Они попали в огромную зависимость от спонсоров. Спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Но там и внутренних проблем достаточно. Но если они будут действовать и дальше таким же образом, они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма, она страдает сегодня. Халкое из Дагестан Республика Шухукумата Шу председатель Абдул-Муслим Абдул-Муслимов халт у Сапаргун Шуана Унсоклу района Шул Шамиль-Кала поселок Алды. Авария Алдахин Кебогиб школы Шул Халхабизе Вашхимлазул Эбель Эмингун Гарач Арзе. Халхабия Шул Хасил Алдахин Хукум Хабунбуго Цобут Ашхимлазул Хин Эхечеб Корпус Алдат Сализаризе. Цугидазе администрация Шул Минайл Дажанеб Игу Этаж Тезе. И Азралда Олун Абилиб Сон Шул Ич Абилиб Ноябр Алды и Абгу Этаж Цалдухабе Рач Алды Хадуриан Хазабуна Абдул-Муслимовас. Республика Шубит Эрасут от Айл-Дарихон, Шамиль Калайлда Базибугу, Циеб Митнус Кульхимаду и Бакбугеб Школа. Хунзахрайоналда Азубан Нухаза Цирч Анбуго. Чарахеч Гогуруни Сапараш Патири Рахунгеян Хазабули Буго Дагестанашу Пачали Хеб Автоинспекция. Машина да Хасали Бурдул Хисич Уго Патири Рахунгеян Ванухта Идиуген Абули Буго Кибадедеешу Халу Хабазги. Капиталия бремонта шу программа Алдарихон Гизляр Алда Качана Антлку Эмирт Алаев Мина. Капремонта шу фонда шу Тазаби Алдарихон Жегик Игумина Кач Алиб Гибугу. Вакиногу халт абит лизеризирак Алдабугу и Израилда Колошаб Абилиб Сонаш. Хасса брагулаб операция алда ахалшу лилругу нитлер жаға қойашыл унгу унгу ел бахарзал. Хезрак бацад год у базару лилругу рагул алмас алаби. Унсокулу района шыл ашилт аросутла Мухаммад Нуров Мухаммадица СВО алда ахалшу ябу лилругу отцебесіп қойалда санаққы. Ки Израилдан тілін қабилип сонал, хез жинди егу бот қана контракт. Ки Израилда қо абилип сонал ахалшана Сирия алда рук аралтлюға бақыназда. Хез лукхеу мустахиқлана участник военной операции в Сирии ва за отличие в службе в особых услуг. Слових Абураб Медалази, Харула Хессия, Бергеншигунт Адвуссини. Спорт Ашул Вимурел Дасан. Мешельт Русл Бугиб Дюша Шейлда Турит Ана Иркена Бугария Шурахат Района Шу Спортшкола Базу Тарбия Чаазда Хуртлорт Ассариши Шул Эйцел. Спортсмена Збихи Забуна Жедир Гугунар Вабирхенхи Босизи Бугиб Гира. Мешельт Абугиб Дюша Шейлд Директор Парти Астимирова Сура Абаз Дарикон Спортшкола Базу Тренер Абдулла Абдуразак Авасул Мухаммад Астимирова Сул Вашамхал Ибрахим Авасул Нухмат Лелда Бирхенхи Бибосрал Спортсмена Ахал Хиабизи Бугу Ки Израилда Ич Абилеб Ки Израилда Анц Абилеб Санас Харурал Улилес Дахуртлор Мурузул Рахал Урит Ралкайцезуль. Гаякент район Алдат Урит Ана Дагестан Алдат от себе Сибак Ахирулу Гире Яхилгун Спорт Алда Хурхар Алкайцел. И Азралда Антле Билипсхона Шару Разда Вахезда Сагисин Алгули Лезда Хуртлорт Урит Ралхил Кайцез Дагахалсана Казбек район Алдаса Командаги. Хедин Хазабули Бугу район Ахил Прес Кулукаш. Хеб команда Яхилрук Ана Дилим Калинин Аул, Ленин Аул, Вагуни Росаватлец Алдохаби. Команда шел тренер Шункола Мухаммад Хамзатов Ава Нажмудин Нажмудинов, Вакиль Шун Иса Мухаммад Ахиров, Хель Айцезда Казбек Район Шул Команда Шпосана и Эвили Бак. Тагал Цирян Ойас Грозный Алдат Убит Ана Иркена Бугария Шул Халк Аздахурт Осип Турнир Ва Хенер Муса Азиева Су Спортиви Абшкола Шул Гугару Хабиги Ахалшана. Хенер Жиде Жидер Цаи Алда Шаб Абили Бак Алдирач Ана Алим Тимиров Мухаммад Камиль Улубиев Мухаммад Нур Идрисов Имам Шамиль Улубиев Ва Сахид Мухаммадов Хезул Тренер Шункола Али Султан Качалаев. Хединал Рук Ана Циел Харбал Паркала Эник Харашлёх.
Омехлик.